Хочу вам показать котоловку, которую сделал наш сосед. Вот. Нам нужно было отловить вот этого вот незваного гостя. Очень красивый котик. Посмотрите, какой молодой, красивый. Вот мы одного кота уже поймали, но мы брали котоловку за деньги, довольно дорого. Ну, прокат. А эта котоловка у соседа. Я просто сказала им, что мне нужно отловить незваного гостя. Вот, отловила я его потому, что как бы он нас сильно не тревожил. Вот, по сравнению с предыдущим старым котом, он не пакостил. Тот кот и метил, и в дом пытался пробраться. Этот нет, этот только сюда приходил, ну, пытался что-то поесть. Но дело в том, что он бил наших кошек постоянно. Я тут слышала постоянный рев, крик, драки. Ну, то есть он бил, пугал очень сильно Калинку нашу. Ну, и у меня, конечно, всегда были опасения, что вот сейчас Иса станет старше, и вместо породистых котят этот котяра наделает на мурзиков. Нам мурзики, ну, не нужны, мы как бы не хотим размножать бездомных или там беспородных кошек. Это ни к чему. Вот, и... Поэтому мы сейчас его увезем в соседнюю деревню. Деревня зажиточная, люди держат скот и все такое. Вот мы его, так как он, в общем-то, бездомный, так как он, ну, скажем так, кот дикий, и ему хозяева-то, как я понимаю, ну, чисто по его личным предпочтениям, ни к чему, потому что он не знает, что это такое. Вот. Я думаю, что ему будет все равно жить в нашем коттеджном поселке, где никто не держит скот, и он на помойках питается. Либо он будет жить в зажиточной деревне, где как, ему гораздо больше пропитания будет, и лучшие условия. Может, его кто-то и приютит там. Кошек любят, потому что они же и мышей ловят, и помогают от крыс избавляться, чтобы крысы в курятник не лазили. Поэтому вот такая... У нас сейчас будет задача, мы его повезем. Сидит, рычит. Он очень сильно колотил бедную Калиночку. Калинка у нас защитница в доме старшая. Она пыталась как-то от него защитить свой прайд, своих, ну, любимых подружек, и Ису, и Весту, да, и, ну, и дом тоже. Ну, котяра, ему было пофиг. Он, Калинка же кастрированная кошка, для него это просто, ну, не знаю, конкурентка, что ли. Он покушался на жизненное пространство в нашем, на нашем участке. Вот. Калина пыталась его прогнать, но за это очень сильно была им бита. Поэтому мы взяли эту котоловку и этого котика поймали. Я очень рада, что мы его поймали. Он, видите, никаких повреждений он не получил. Сидит спокойно. Ну, ему немножко страшно, он сидит, он облизывается. Ну, ничего в этом особенного нет. Сейчас мы его спокойно увезем. Это деревня за 40 километров. И там спокойно выпустим. Взять на себя заботу о его пристройстве я не хочу. Это не мои проблемы. Он дикий, он не знает другой жизни. По-своему счастлив. Ну, будет по-своему счастлив в другом месте. Вот. А вот Исюнька сидит на него, смотрит. Видите? Да. Это твой несостоявшийся хахель, Иса. Ну вот, рассказала вам все.